В общественной приемной Белореченского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» прием граждан по личным вопросам провели секретарь местного отделения партии Иван Имгрунд и заместитель руководителя региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Краснодарском крае Ирина Конограева. Люди идут в приемную. Идут, потому что чувствуют и верят, что на те вопросы, с которыми они приходят, они получат четкие и конкретные ответы. И самое главное, что эти ответы они получат в установленные законом сроки. В числе злободневных вопросов – пенсионное обеспечение, земельные вопросы, благоустройство, подготовка к 70-летию Победы. Ряд вопросов – те, которые решаются не на уровне муниципального образования. И поэтому сегодня мы здесь, потому что у нас есть право и возможность написать запросы и в прокуратуру краевую, и в ГУВД краевое, и на уровень министерств. И люди получат обоснованные ответы.